«Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое. На Фаворе Христос показал красоту и славу своего божества, чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная, подобием кого является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно. Так о празднике преображения Господня говорил святитель Иоанн Максимович. Здравствуйте, в прямом эфире программа «Благовесть. Слово пастыря». В студии Наталья Змага. Сегодня о преображении Бога и человека, ну и не только, мы будем беседовать с митрополитом Омским и Таврическим Владимиром. Добрый день, Владыка. Рада вас видеть в нашей студии. Взаимно, спасибо. Ну и напоминаю нашим телезрителям, задать свой вопрос Владыке Владимиру можно по телефону 8 800 770 12. Также вы можете воспользоваться нашей электронной почтой. Ну, Владыка, вот начали мы с преображения, да, сегодня программу, с цитаты о преображении. Сегодня Православная Церковь отмечает отдание праздника преображения Господня. Расскажите поподробнее вот об этом, что такое вообще отдание праздника и в чем духовный смысл праздника преображения? Ну, вообще праздник преображения всегда празднуется 19 августа. А 26 августа отдание, то есть через неделю ровно почти. То есть такой долгий праздник, ну, такие, да, долгие, ну, что есть. Господские праздники имеют большие вот линии. Ну, когда есть, это позволяет. Самое большее отдание идет пасхальное на 40-й день. Вот, а потом уже на второй день уже идет вознесение нашего Господа Иисуса Христа. Вот, и отдание то что означает? Означает то, что вот мы в течение вот этой седмицы, недели, мы все время, каждый день служили, пели тропари, пели стихи, которые вот в храме, то есть постоянно прославляли вот этот праздник. А потом сейчас уже как-то прощаемся с ним до следующего года. И поэтому это называется, отдаем свою последнюю радость, свой последний долг к прославлению этого праздника. Но смысл этого праздника был в том, Господь Иисус Христос всегда жил в своей славе, но мы ее не видели. Не то, что мы, апостолы, их не видели. И поэтому он взял трех апостолов, из своих, даже не всех, ведь у него было 12, а он только трех взял. Почему? Почему, действительно? Петр первый исповедовал его как сыном Божиим. Если сын Бога, живаго. Настолько он исповедовал его. А апостол Яков имел особую надежду, что все исполнится, исполнится предсказание апостолов, пророков, и исполнится, значит, в мир пришел Мессия. Он на это надеялся постоянно. А Иоанн Богослов, он засвидетельствовал и говорил, что он сказал, что «А что есть Бог, когда спросил его Христос?» А Иоанн Богослов сказал, что Бог есть любовь. А Иисус сказал, что ты действительно, тебе Бог открыл, что Бог есть, действительно, это есть любовь. А слово «любовь» часто, особенно журналистам, употребляем его в очень нехороших словах. Это вот очень плохо, конечно. Я всегда ругаюсь на журналистов. И вот Господь, значит, призвал еще к себе двух пророков. Пророк Илья, а где пророк Илья находится? Он был взят телом, значит, он находится в раю, единственным из ветхозаветным людей. Находился... Да, Господь его взял на небо. Да, на небо. И он с таким телом, как у нас. И он на небе до сих пор. И он придет, когда будет второе пришествие Иисуса Христа. А пророк этого Моисея, где он был? Он был в аду, потому что все праведники не находились в аду до воскресения нашего Господа Иисуса Христа, когда Он оттуда их вывел. И вот из рая пришел, значит, пророк Илья, из аду пришел пророк Моисей, и они беседовали с ним. Беседовали вот тех, значит, спасение рода человеческого, какие он будет претерпеть тяжелые страдания. И вот когда увидели апостола, увидели необычный свет. Вы знаете, такой свет видели еще и другие люди. Монахи видели на Афоне. Ну, что за свет? Это вот особый свет, в который особая благодать. Вот Христос здесь на земле жил всегда в этом свете. В нетварный свет. Тварный – то, что мы видим каждый день, то, что есть созданное Богом. А есть нетварный свет, который вот в присутствии Божьем. Вот увидели вот этот свет. И поэтому апостол Петр сказал, хорошо, чтобы сделать здесь три шалаша, для того, чтобы здесь мы остановились, и чтобы жизнь чтобы отсюда больше никуда не уходить. Вот тогда особая, ну, особая радость, особое чувство, когда находится в этом свету. И он не показал там, показал перед ним только славу, в которой он живет. Он всегда жил, даже когда был на земле, он жил в этом свете.
потому что он был сын, он сыном Божиим. Поэтому, это, знаете, это особые праздники. Вот этот свет, вот это особый праздник, потому что даже римо-католики хотели, даже спорили с Востоком, угу. что это праздник больше, чем воскресение Христово. Ну, Восток убедил и всех, что больше воскресений нету, потому что действительно с воскресением Христа... Праздник, ничего, что и оттуда были вытащены и все праведники из аду, и особый праздник, который, потому что все для чего он пришел, не показать свой свет, который он живет нетварный, он пришел, чтобы нас спасти, род человеческий, чтобы вести его к себе снова в раю. Владыка, вот. Поэтому богослужения совершаются в белых одеждах, да, вот у священнослужителей? Ну, есть особый праздник, который завесен. Ну да, это символически чистоты. Белый свет – это символ, символ чистоты, потом чистота, что есть. И поэтому, да, и совершается вот на преображении. Ну вот об этом праздничном богослужении более подробно хотелось бы рассказать в сюжете. В праздник преображения Господня митрополит Омский и Таврический Владимир возглавил божественную литургию в Успенском кафедральном соборе и благословил освящение плодов. А, ведь второе название этого праздника – это «Яблочный спас». Нет, это неправда. Это не второе название. А какое? «Яблочный спас» – это выдумка человеческая. Они поставили, чтобы осветить яблоко. Это такое народное, да? Это народное, а это не имеет значения к этому. Ну вот более подробно об этом богослужении, об этом праздничном богослужении в нашем сюжете. Имя Святое. Во время службы в праздник Преображения воспевается божественный свет, который снизошел на Христа по воле Бога Отца, соединив его человеческое и божественное проявление воедино на горе Фавор. Отмечается торжество 19 августа. К этому времени в восточных странах созревает виноград. Его гроздья христиане стали приносить в храм для освящения. На Руси, где виноград растет не везде, вместо него освящают яблоки. Поэтому и называется праздник в народной традиции яблочным спасом. Не только яблочный спас, чтобы фруктов кушать, овощей. Это, конечно, для урожая. Урожая, да, это вот этот праздник. А вообще, мне кажется, этот праздник для преображения души, изменения, тем более Успенский пост, Богородичный пост, Богородичная Пасха. После чина освящения плодов митрополит Омский и Таврический Владимир рассказал о фаворском свете, одном из проявлений благодати, через которую человек соединяется с Богом. Монахи на горе Афон, это было в 14 веке, когда были исихадские споры, тоже они молились по четкам, и они стали видеть нетварный свет. А нетварный свет тут имеет особую такую, вы знаете, благодать. Каждый из нас может быть достоин видеть нетварный свет. И он недалеко, он рядом с нами. Поэтому я вас поздравляю с этим радостным, невеликим, необычным праздником. С древних времен существует правило, чтобы в день Преображения Господня мы освящаем виноград, освящаем яблоки, освящаем все плоды. А в принципе, по уставу церкви полагается, что поспели фрукты, мы должны их принести в храм, осветить и вкушать их. В день Преображения Господня церковь исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа и дает христианам надежду, силы и уверенность на преображение собственной души. Имя Святое. Мы продолжаем наш прямой эфир. Напоминаю, что дозвониться и задать свой вопрос Владыке Владимиру можно по телефону 8 800 770 12. И у нас есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос? Здравствуйте, меня зовут Наталья, и у меня такой вопрос. Преображение состоялось до распятия и воскресения Христа. Почему же праздник Преображения празднуется только после Пасхи? Подождите, а почему вы берете после Пасхи? Это как раз после всех пасхальных праздников. А он не был сразу перед этим, перед воскресением Христовым. Он был в течение года праздновается. Угу. Поэтому не имеет тут никакого значения. Ведь есть Рождество Христово, празднуется, можно сказать, после Пасхи, до Пасхи, по-разному можно сказать. Есть многие другие праздники, которые вот воздвижение креста Господня тоже после Пасхи празднуется взять. А вопрос стоит в том, что каждый праздник имел свое время, когда он проходил. И поэтому не то, что взято просто из воздуха. А вот было, когда Господь забрал трех учеников, когда был прославлен, вот, когда он показал нетварный свет миру в лице апостолов.
Спасибо, владыка. Сейчас зачитаю, наверное, вопросики с планшета. Можно ли молиться за новорожденного, если его еще не крестили? Нужно молиться, обязательно. А как же? Только дома надо молиться, в храме еще он еще не членом церкви, поэтому, когда его крестят, уже становится членом церкви. А молиться нужно всегда за всех дома. Спасибо. Следующий вопрос от Елены. Здравствуйте, владыка. Большинство девушек и женщин сейчас носят брюки, и церковью это не осуждается. Женские брюки, а женская одежда. Хотя в храм лучше, конечно, идти в юбке. Но почему известные подвижники, даже святые, например, Гавриил Ургебадзе, Паисий Святогорец, запрещали надевать брюки женщинам? Ну, вы знаете, если так сказать, они запрещали, потому что, должно выделиться, потому что стоит или женщина, или мужчина, ты иногда даже не замечаешь. Если худенькая женщина стоит, думаешь, что стоит мужчина там или как-то. Ну, коротко, фигура то и выделяется. Но так и есть, что вот женщина должна входить в храме с покрытой головой. Ну, и должна, когда уже по форме, как это уже принято. А это дело обычай, который вот был. Преподобные тоже привыкли к тому обычаю, как были, и поэтому держались. Но если женщина пришла, вы знаете, без головного убора в храме, то, конечно, его начинают все осуждать. А я никогда не осуждаю, потому что она... Главное, что не то, что у тебя накрытая голова платком или накрытая. Главное, что у тебя было чистое сердце, чтобы твое присутствие в храме было... Ты находился в храме, не где-то такое. И знаете, когда я был в Соединенных Штатах, я, по-моему, даже говорил однажды, я зашел во время Великого Поста, значит, смотрю, стоят очень много женщин. Все одеты в черные костюмы, брюки, пинжаки, все, что есть, без головного убора. Ну, знаете, для нас, для России, для россиян, когда туда пришли, я посмотрел, ну, как-то даже я сам смутился, ну, а как, почему это так? Рубачка, а что у вас такое, что случилось? Похороны какие-то или что так? Нет, ладно, все приготовились к причастию. То есть на причастие, все готовились к причастию, да? Пришли в Великом Посту. Все ждали исповедь, чтобы исповедоваться. Но поэтому черные костюмы у них были. И вот я посмотрел, а в чем их осуждать? Не в чем осуждать, вы знаете, ничего плохого. Ну, есть и обычаи, что вот мы привыкли. Ведь даже взять яблочный спас. Мы привыкли, что освящают яблоки здесь, в России, только на Преображении. А почему только на Преображении? Яблоки, вот белый налим уже закончился даже в Москве. Поэтому нужно освещать, когда он начал поспел, и освещать, и кушать, и все, что есть. Так что вот, вот. А я не вижу, я не осуждаю женщин, но вот в храмах уже привыкли, поэтому взять, особенно старые женщины. Вот ты не такая одета, ты так, нельзя так заходить в храм. Вот, она оделась так, как ей нравится. Как но удобно. Здесь в Омске, сказать по правде, вы знаете, очень такая необычная одежда летом. Не только у женщин, но у мужчин. Они ходят почти полуголые мужчины. Ходят в каких-то шортиках, таких коротких, все, как трусы. Как трусы. Ходят, знаете, ну что ж такое, вы знаете, я ни в одном городе такое не видел. Вот, допустим, для меня было дико, но теперь уже привык. Поэтому, знаете, вот все, что есть. А, поэтому и женщина работает здесь, ходит по-своему. Ну, тут есть обычаи, вот, которые есть. Вот, взять в Москве, в Петербурге, в других городах России нету. А в Средней Азии... Вот в городе Ташкенте этого нету, потому что на самом деле это исламский мир, и женщина должна быть особо закутанная, чтобы ее никто не видел. Хотя у них, наверное, жарко. Но, да. А там действительно жарко, не то, что здесь у нас в Омске. Но вы знаете, опять же, дело обычае. Вот привыкли здесь мужики ходить такими полуголыми, ну и ходят. А я вот когда часто ездил, ну и сейчас езжу вот в Ачаире, то вечером, когда возвращался в Ачаире, то я видел мужиков совсем голых. Ну, вот вы знаете, ну, ни в каких... Я нигде не видел, ни в одной стране, ни в одном городе, так как здесь ходят в Омске. Поэтому, вы знаете, одежда нас не спасает. Одежда нас защищает наше тело от всяких таких невзгод природных. Ну, а спасает наша чистота внутренняя. Спасибо, владыка. Вот следующий вопрос, зачитаю, вы уже коснулись про освящение яблок, да, на Преображение. Можно ли вообще выбрасывать огрызки освященных яблок? Ну, вы знаете, не полагается, ну, сказать по правде, даже я, наверное, грешный. Вот, допустим, я поел яблоко в храме, когда после того, как осветил, а куда я бросил, даже не помню. Полагается, конечно, это все, что есть, чтобы они этого... Закапывать, да? Закапывать, полагается. Так же, как скорлупу. Ну, а что делать? Вы знаете, у нас часто бывает даже то, что мы невнимательны, бывает такое. Ну, нужно, конечно, их закапывать, как полагается, там сделать. Вот такая вот. Следующий вопрос зачитаю. Сейчас очень много пишут об Евангелии от Юды Искариотского. Правда ли, что эта книга полностью меняет наши знания о Христе и о самом Иуде? И как к этому Евангелию относиться? Вы знаете, дело в том, что есть очень много апокрифических Евангелий. Это не только Евангелие от Иуды, есть и другие.
Евангелие, которые писали разные безбожники, без что-то есть. Это же Юда, Евангелие от Юда. Юда ничего не писал. Вот. А поэтому, знаете, это то, что делают безбожники, то, что делали атеисты вот в нашей стране, то стараются вот использовать все эти вопросы вот из этих Евангелий, которые апокрифические. А церковь их не признает. Церковь их это, не, это, есть это устав церкви, что признан 4 евангелиста. Евангелист Матфей, евангелист Марк, Лука и Иоанн Богослов. Еще 4 евангелиста у нас, которые есть. Спасибо большое. Мы продолжаем нашу программу. Следующая информация, я думаю, пригодится тем, кто переживает за судьбу, построится ли Святый Ильинский собор в Омске или нет. Строительство вот Ильинского собора в Омске обсудят в общественной палате. Принять участие в общественных слушаниях приглашают всех желающих. Заседание состоится 29 августа в региональном центре по связям с общественностью на Красном пути. Владыка, еще один хотела задать вопрос. Вот отдание праздника Преображения сегодня, а совсем скоро мы будем отмечать Успение Пресвятой Богородицы. Это престольный праздник нашего Успенского собора 28 августа. Вот расскажите, пожалуйста, в чем духовный смысл этого праздника? Ну, духовный это смысл, действительно, Божья Матерь ушла из этого мира, перешла в другой мир. То есть, по-нашему скажем, что ну, она уснула, мы говорим, потому что действительно апостолы, они приходили часто к ней, получали от нее наставления, говорили постоянно. Все, что, все трудности, которые у них возникали, вот, она, они приходили к ней и говорили, а она жила в доме Иоанна Богослова, потому что когда она находилась рядом с Христом, когда распяли Христа, рядом с ней был Иоанн Богослов, и он усыновил всех нас в лице Иоанна Богослова, Божьей Матери. А Божья Матерь сказал, что это есть Сын Твой. То есть усыновил всех нас тоже Божьей Матери. И он там находился, и часто с ней встречался Иоанн Богослов, поскольку он жил в, она жила в его доме. Приходили вот и другие апостолы, Лука, который вот писал, он очень много писал из слов Божьей Матери в своей Евангелии. Но он по-своему, как он уже понимал. Трактовал по-своему, да? Да, но он то, что он слышал больше всего от нее. Вот. И поэтому этот праздник для нас имеет особое значение, потому что все апостолы собрались тоже провожать в последний путь Божью Матерь. И вот если мы обратим внимание на иконы, которые вот тут мы видим ее, ведь душа Божьей Матери, вот ее тело на одре, а душа вот в руках ее Сына нашего Господа Иисуса Христа. И вот были, когда ее сопровождали, вот там тоже хотели всякие делать. Был один, что туда снизу залез, хотел перевернуть гроб. Чтобы насмеяться. Ну, а тут архангел, один из архангелов отрезал ему руки. И вот... На иконе видно, да, на иконе вот это видно даже. Да, 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 да. И вот забрали даже... Я вот не помню это точно, по-моему, Божья Матерь, или кто-то там взял руку и положили ему обратно, и он после стал верующим, вот этот разбойник, который залез туда. Потому что, вы знаете, всегда находятся людей, которые вот что-то ищут, что-то хотят особое, что-то есть, хотят прославляться чем-то, или просто по своим, ну, это, на это он делает, по своему, его мысли толкает к этому. А откуда берутся мысли? Ведь не все берутся мысли от Бога, ведь сатана тоже внушает нам всякие мысли. Ну, вот было последние проводы Божьей Матери. Ее похоронили, как полагается, все, что есть. Ну, не был один из апостолов, апостол Фома не был, когда ее похоронили. И когда он пришел, он стал просить всех остальных, чтобы раскопать ее, чтобы он тоже прощался с ней, поклонился ей. Когда раскопали, ее там не было. Поэтому стало еще известно, что она была изъята уже, но она тоже умерла сначала, а потом воскресла и уже взята на небо ее сыном. Вот поэтому мы празднуем, знаете, не говорим даже, что смерть Божьей Матери, а успение, да, потому что она уснула. И мы все с ней спим пока, ну, потому что наша душа, наше тело, оно разрушается, все расходится, вот из земли взяты, в землю возвращается. Но придет время, когда воскреснет, но уже будет не такой, как сейчас. Вот даже пророк Илия, который мы сегодня говорили о нем, он тоже, когда придет во время второй пришествия, тоже будет убит антихристом. И после этого он воскреснет, как полагается, то перейдет уже с новым телом, который, как Иисус Христос. Когда он воскрес, у него было не то тело, которое он был здесь, а было уже преображенное уже по-другому, которое не нуждается ни в чего, ни в еде, ни в питье, ни в чем не нуждается.
Поэтому это праздник особенный, вы знаете, и поскольку Божья Матерь является особой заступницей за каждого человека, мы особенно к ней обращаемся, просим часто: Пресвятая Богородица, спаси нас, помоги нам. Вы знаете, на России этот праздник особо чтится. Ну и поэтому в России очень много икон, которые прославлены в честь Божьей Матери. Потому что сейчас, как говорится, ну сейчас, давно уже говорится, вот Казанская икона Божьей Матери, Владимирская, Тифлинская, да, и так далее. Много. Даже у нас Ачирская сейчас икона есть, да. Ну, на самом деле, Божья Матерь одна. Но тот есть ее образ, который, через который люди получают исцеление, благодать, или того или другого образа. Вот есть таких много образов, и всегда их очень почитают. Ну, а Успение, вот этот день Божьей Матери, это особый вид. И уже святые апостолы продумали о том, чтобы постановить этот пост двухнедельный, он таким строгим, как и Великий пост. Ну да, он строгий, но ведь в день, если вот Божья Матерь, даже как в этом году, у нас выпадает праздник в среду. А в среду нельзя вкушать мясные и молочные продукты, потому что вот так сделано, что вот господские праздники, когда есть, тогда разрешается вкушать все. А здесь нету. Ну, хотя даже и господский праздник вот во время Успения Преображения, например, во время Успенского поста мы тоже ничего не вкушаем, молочных и мясных продуктов. Владыка, будет архиерейская служба в Успенском соборе 28-го числа? Ну, а как же будет? Не только в 28-го. Если сегодня кто-то спрашивал, не помню уже. Нет, во сколько приходить? 27-го будет служба, значит, вечером 5 часов всеношнее бдение, а 28-го будет служба в 9 часов, как обычно у нас начинается. Спасибо, Господи, Владыка. Да. А есть еще телефонный звоночек, давайте послушаем телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос? Владыка, здравствуйте, меня зовут Дарья. Скажите, пожалуйста, как правильно просить благословения священника и монаха? Есть ли отличия? И еще маленький вопрос, обязательно ли целовать руку? Спасибо большое. Вы знаете, спасибо, дело в том, что священника и монаха так нельзя говорить. Монах не благословляет, он просто имеет монашеский постриг. А иеромонах, он выравнивается как священник. Угу. Вот у священника, у иеромонаха, значит, просите одинаковое благословение. Но что касается целования руки, это у нас на Руси принято, что вот, знаете, целовать руку. Ну, я, вы знаете, сам особо не даю руку целовать. Для чего нужно? Даже вот женщины грубо крашеные, потом помадой. Остается вся помада на руке. А для чего? Мне, во-первых, руку испачкали, а от них помада уходит из губ. Поэтому я кладу руку на голову, когда благословляю. Поэтому, знаете, в этом не то, что главное, что священник должен правильно сказать во имя Отца и Сына, и Святого Духа. А тот, который просил, может сказать аминь. А если священник сам скажет аминь, не имеет никакого значения. Поэтому, вы знаете, иеромонах, если он в сане священника, то он имеет право. Есть монахи, которые пострижены в монашество сначала, а потом он стал священником. А есть даже священники, которые священники они. Они были женатыми, более того, уже есть дети у них. А потом он принял монашество, он становится уже не священником просто, а иеромонахом. Или там потом, как возвышается игуменом, протоиереем в миру священник, которые идут семейные. А идут те названия монашества, там идет сначала идет иеромонах, но сначала иеродиакон, это значит диакон, который есть у нас. Есть диакон и иеродиаконом. А там потом и священник, и иерей или иеромонах. А потом протоиерей или игумен. Ну, есть митрофорный протоиерей и архимандрит. Вот там, видите, названия вот таких идут. Спасибо, Владыка. Следующий вопрос зачитаю. Скажите, пожалуйста, а можно ли осветить квартиру, чтобы лучше ее продать? Ну, вы знаете, это, как сказать, это, для этого нельзя даже так подумать, чтобы осветить, чтобы зарабатывать деньги. Ну, это какие-то нехорошие желания такие. Поэтому осветить можно всегда квартиру, но не надо думать, чтобы ее лучше продать, чтобы побольше денег получить. То, знаете, как бывает, что мы хотим одно, а может быть, Господь нам это не дает ничего, может быть, он даже хуже и продаж. Хотя хуже от этого то, что осветил, не продашь ее, то ничего есть. Но в принципе, ничего, никакого греха нету, но если у вас мысли зарабатывать деньги на благословение Божие, вы никогда их не заработаете. Спасибо. Следующий вопрос от Валентины Ивановны. Владыка, как вы проводите свой летний отдых? Ну, а вы знаете, у меня нету летнего отдыха. Я отдыхал последний раз в 1989 году. В 1988 году я проводил тысячелетие крещения России, был начальником штаба, а в 1989 году я отдыхал. И вот это был у меня последний отдых, после этого я никогда не был. Я занимаюсь всегда, потому что отдых,
От работы я не беру, потому что я все время, я часто бываю, то вот даже сейчас, то в Москве, то в других местах, вот даже еще в начале сентября собираюсь в Москву, в Петербург, если получится. И вот я считаю, что раз перемена с одного места на другое, это как уже отпуск. Но если я буду отдыхать... Смена обстановки, да? Да, смена обстановки. Смена города. Если я буду сидеть и отдыхать целый день, загорать, вы знаете, не могу. Я, правда, когда после армии вернулся, из армии, ну, в семинарии, потому что мне из семинарии забрали, то получилось, что мне назначили, ну, как сказать, наняли дежурить на море, там, где была патриаршая дача и архиерейская. И вот я там дежурил, и вот получалось, что я работал, за это получал деньги. Ну, а целый день лежал, охранял вот эти две будки, которые были на море и над морем. И загорал. Я стал таким черным, что мне все спрашивали: скажите, пожалуйста, а у вас что, кожа такая, или вы только здесь так сделали? Только здесь. Никто не верил, что я так загорал. Знаете, поэтому отдых как такового, он нужен, конечно. Нужно, конечно, спать. Иногда, вы знаете, я сплю по 5 часов. Вот даже сегодня я по 5 часов только спал и работал. И разные работы у меня, которые дома, которые я делаю. Спасибо большое, Владыка, за такие честные, искренние ответы. Ну, а что, то, что есть? Я сейчас предлагаю продолжить нашу программу небольшим сюжетом. По благословению митрополита Омского и Таврического Владимира, воспитанники военно-патриотического десантного клуба имени Александра Невского при Успенском кафедральном соборе совершили прыжки с парашютом. Как ребята испытывали свою смелость и решительность в нашем материале. Имя Святое. Перед поездкой на аэродром по традиции был отслужен молебен в Успенском кафедральном соборе. Прежде чем подняться в небо, ребята прошли трехдневную подготовку и медицинскую комиссию. Взлетел легендарный самолет Ан-2 с аэродрома Камышино. Некоторые ребята совершали прыжок с парашютом впервые. Самое страшное было прыгнуть, конечно, решиться. Но меня как будто потоком воздуха снесло. Я даже забыла посчитать 521, 522, 523. Мне показалось, что полет длился очень мало, не 2, не 3 минуты. Ветра нету, и так планируешь, купол качается вот так, и кажется, что ты как будто бы вот правда птица какая-то. Было страшновато прыгнуть, а потом уже когда летишь, не страшно. И ты приземляешься, так плавно летишь. Более опытные смельчаки отважились на второй, третий, а кто и на четвертый прыжок. Я даже довернулась, там крутилась туда-сюда, туда-сюда, посмотрю, что все прекрасно, думаю, господи, как хорошо, как красиво, как приятно. Хочется бегать по всему полю и кричать, как же это весело и здорово. Самое главное – воспитать, закалить человеку волю, стать их сильными, смелыми, отважными, любить свою историю, любить свою культуру, любить свою прекрасную нашу матушку Россию. Вот какая моя задача. И в любой ситуации победить страх и выходить из этого победителем. Урок военно-патриотического воспитания ребята из десантного клуба святого князя Александра Невского усвоили на отлично. Имя Святое. Продолжается наш прямой эфир, программа «Благовесть. Слово пастыря» в прямом эфире. Задаю вопросы от телезрителей с планшета. Слышала, что сквернословие – огромное зло с духовной точки зрения. А почему? Я думала, это лишь проявление недостатка культуры и воспитания. От Светланы вопрос. Вы знаете, один из врачей, это хирург, который даже говорит, что дар речи наш, вот когда мы говорим, что вот я стар, я больной, я кушать хочу, вот там все это хочется, я быстро и старею, я быстро и заболею, я и кушать не могу, значит, ничего делать, пока не покушаю. Потому что в нашей речи, в наше сознание, в наших мозгах вложено так, что мозг на нас влияет, вот на наши и внутренние, и внешние. Поэтому зависит это, знаете, сквернословие. Если человек к этому привыкает, то у него это как обычные слова, как то, что есть. Но если даже другие есть, то вот взять американцев и японцев, то всегда американцы, Соединенные Штаты, я имею в виду, побеждали японцев. Потому что у них командование быстрее, произносение слов, дана команда что-то есть. А вот когда вот сравняли, почему Россия всегда побеждает. А у России еще быстрее. Ну, там как раз идет немножко сквернословие. Но вот идет так быстро, что остальные еще не понимают, а что такое, что он сказал.
Он сказал нехорошее слово даже. Ну, дай, потому что-то есть, и все. А он тот не понял, который ожидает, что как чему. И пока он думает, он уже разбит. Поэтому, знаете, больше всего сквернословие находится в России. Вот в любых странах сквернословие меньше, а у нас почему-то появилось это. И вот, через это сквернословие у нас даже вот мы становимся как в каком-то мере чем-то сильнее. Но не значит, что это нам сквернословие помогает, а то, что мы быстро произносим, так незаметно. Люди не понимают это нас. И поэтому, вы знаете, бывает. Но что мы внушаем себе, как говорит тот хирург, что внушает мы себе, внушает наш мозг, что вот я старею, вы знаете, я действительно становлюсь таким старым, дряхлым, и вот-вот скоро умру. И все. А если я, говорит сестра, что, вы знаете, я молод, я должен... трудиться во славу Божию, во славу людей, помочь людям, что ж здесь. Всегда откуда-то сила является, человек вот идет. Поэтому имеет особое значение вот наша речь, наши слова, которые у нас в голове, откуда берутся, особо имеют. Поэтому, знаете, мы, конечно, должны следить за своим языком, чтобы мы не сквернословили, потому что в нем ничего хорошего нету в этом. Мы к этому привыкаем, но мы это имеем вот такое значение. А сквернословие, вы знаете, не заниматься, это уже грешно, чтобы заниматься сквернословием. Так что надо следить за собой. Спасибо, Владыка. Следующий вопрос от Ларисы Васильевны. Сегодня многие женщины делают процедуры омолаживающие, операции, уколы. Не грешно ли это? Ведь тело дал Бог. Можно ли вмешиваться в его творение? Ну, вы знаете, я тут, как сказать, со своей точки зрения, я не вижу здесь никакого особого греха, что есть. Потому что, ну, каждый хочет быть молодым, хочет быть привлекательным, все, что есть. Но, знаете, большинство, я знаю людей, которые делали вот это, они больше страдали от этого. Редко у кого-то получается. Поэтому, вы знаете, я не советовал бы этим увлекаться. Перебарщивать-то не надо. Что создано Богом? Я вот и сказал, что если мы будем думать, что я красивая, я молодая, я всегда... Вы знаете, вы не будете так быстро стареть. А вы если вы думаете, да вот я устала, да вот я уже, знаете, как-то не так уже выгляжу. И это вот дается вот хуже и хуже. Поэтому наше внушение, то, что есть, наши мысли. Мысли всегда есть, мысли, которые приходят от Бога, которые приходят от нас самих, которые приходят от дьявола. Поэтому, знаете, источником наших мыслей является 3 источника. Поэтому наш источник, наш собственный источник, тоже имеет особое значение. Поэтому не нужно сильно увлекаться этим. Ну, есть люди, которые, вы знаете, не те, которые делали операции такие, чтобы быть молодыми и красивыми, а те, которые живут нормальной жизнью, с молитвой живут в себе, живут больше, чем многих других. Мы знаем, таких женщин им есть больше, чем 100 лет. И они ничего не делали, ничего. Спокойно живет, и все нормально. Поэтому зависит от своей внутренней настроения. Человек должен быть настроен так, чтобы жить с молитвой, жить с Богом. И Бог ему помогает. А не искать только где-то такое, чтобы внешнее. Спасибо большое. 29 августа, на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы, православные христиане отмечают Третий Спас. Ореховый или Хлебный его называют. Вот по церковным канонам этот день называют по-другому, нерукотворным Спасом. Владыка, расскажите, пожалуйста, об истории этого праздника. Это неправильно, что касается нерукотворного Спаса и этого Орехового Спаса. Это совсем разные вещи. Нерукотворный Спас – это, вы знаете, когда Спаситель был еще на земле, еще это до его распятия, до воскресения, то один царь Авгар из Эдессы, от Сирии, он услышал, что есть вот такой исцелитель, он не знал, что это Сын Божий, но он исповедовал его как Сыном Божиим и говорил, что он хотел, чтобы получить от него исцеление, но он не мог, потому что у него была заразная болезнь. Вот такая, ну вот и была. И он не мог ни вставать, не мог туда идти, к нему пойти. И он подумал, написал письмо ему, что значит этого, и послал своего художника, чтобы тот нарисовал его портрет, после этого, чтобы он мог ему, значит, поклониться, вот, чтобы просить у него, чтобы он исцелил его от его болезни. Ну, и действительно, когда художник приблизился, там было много народа, не мог не подойти к кресту, он поднялся на какое-то возвышенное место, там на дерево или где-то, я не помню уже, и Христос увидел, он же был сердцевидец, он видел, говорит, сказал, иди сюда, говорит, что ты там оттуда хочешь написать мой образ. Портрет. Да.
Ну, там он сказал, мой образ там по-своему, да. И вот художник подошел и спрашивает, а где письмо, которое царь писал? И знаете, художник сразу пришел тоже, слушай, а как это так? Он знает, что царь письмо писал, и он меня увидел, значит, это действительно такой человек. Потому что, знаете, и не то, что и тогда, только тогда был народ такой, и мы тоже такие, мы, может быть, даже и хуже такие, чем. И вот тут, значит, когда, значит, он взял письмо, почитал и сказал, значит, ему, что вот передай, значит, твоему, вот взял, попросил, дайте мне полотенце и воду. Он взял, помыл лицо с водичкой и как бы вытер. И вот получился вот этот микротворный спас на него. Вот как это получилось, вот это один только Бог знает, он так что был. Вы знаете, так что многие художники, когда пишут его, переписывают, уже не могут так красиво писать, так как он был на самом деле. И вот тот художник, который получил вот это полотенце, он пошел к своему царю. И царь только вытер, положил на эту, положил на себе, и он выздоровел от своих болезней, но остались никаких-то этих пятна на лице. Следов, да. Следов. И сказал сам Господь через художника, что вот придет мой один из учеников, который исцелит полностью, вот что есть. И там поехал один из 70 апостолов Фаддей. И он там проповедовал очень много, и царь крестился, после крещения все пятна все исчезли, все, что были, все болезни у него, он стал совсем здоровый. И царь даже хотел поднять свой народ, когда услышали, что в Израиле хотят его, иудеи хотят распять Христа, вот убить его. Ну, ему помешали тогда Римская империя, не дали эту возможность, и он, конечно, не пошел, но когда пришел апостол Фаддей, то он все ему рассказывал. Вот это, и он собрал всех своих подданных и принял все крещения. Вот это в Одессе там были все христиане, все приняли крещение. Поэтому вот остался вот этот, значит, нерукотворный спас. Но когда Господь шел с крестом, внес крест, у него он очень потел, и у него был же, значит, пот закрывавый, вот и может есть. И одна женщина подала ему платок свой, взяла с головы, чтобы он вытер себе. И он вытер, а на этом платке тоже остался нерукотворный спас, который вот есть. Тоже есть. Но это было на Западе, и остался вот этот платок. И он и быстро исчез, он не остался в памяти особенно никому. И, ну, поэтому получился римокатоликов, что они стали, знаете, ввести как-то очень своеобразно свою веру своими такими отстранениями от истинной правды, которая вот была. Поэтому, знаете, это не то, что ореховый спас. Это народное название, да? Нет, это не народное, это вообще, это, знаете, старушки, которые, ну, вот, освещают орехи. Таких можно и в другое время освещать. А в календаре у нас, смотри, нет ореховый спас. Ну, он-то есть там где-то. Но опять народ просит. Ну, это даже, знаете, вы знаете, я когда был в Средней Азии, тоже нужно было яблоки освещать. Не на преображение, а я решил, давайте на Троице будем освещать. Но один год Троица была ранняя, и там было хорошо. А когда Троица позже, то жило тоже плохо, уже яблоки кончались. Поэтому освещали раньше даже. Поэтому, как полагается, все фрукты, все овощи, которые когда поспели, собирать, принести в храм, осветить и кушать их, как полагается. Ну, а вот нерукотворный спас, это, вы знаете, это очень имеет свою длинную историю. У меня есть большая проповедь об этой иконе. И вот в XI веке перенесли из Одессы в Константинополь вот эту икону, как мы уже называем его, нерукотворного спаса. Там было очень, потому что она очень помогала многим. Все. Если человек с верой, с надеждой смотрели, вот на то, как смотрели, он получал исцеление через этого. Но опять же, исцеление получаешь не то, что ты просто смотришь и улыбаешься, а то, что ты веришь. Твоя вера, Господь все знает. Мы не знаем, как Господь нас видит, нас внутри. Нам кажется, что мы все велики, а мы перед Богом ничто. Спасибо, Владыка, что вот так подробно рассказали. Я думаю, теперь уже наши телезрители точно не перепутают название, не перепутают эти события. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире. Алло. Алло. Это я, да? Да, это вы. Как вас зовут? Говорите. Здравствуйте. Меня зовут Елена Петровна. Ваш вопрос, Елена Петровна. Вы знаете, я очень давно мучаюсь с таким вопросом, и хотелось бы так услышать Владыку. Подскажите, пожалуйста, у нас так сложилась вся жизнь, что мы с дочкой крещеные, и крестили внука, и крестила я, бабушка.
Я, получается, и бабушка, и крестная мать. Вот, и я мучаюсь несколько лет уже таким, душа неспокойна. Правильно ли это, да, вопрос? Можно ли так? Нет, да вы не, в этом ничего плохого, в этом ничего плохого нету. Вы бабушка, ну что, что есть. Вы не родная мать, родная мать уже не должна быть крестная. А вы бабушка, то, что есть. И вы крестная мать. Вы знаете, раньше крестили, вот детей когда крестили, крестят по вере старших людей, которые вот есть. И поэтому даже в советские времена крестили, иногда крестный отец и крестная мать были далеко, потому что они не могли приехать. Они бы даже были коммунистами, но были крещенные. Главное, чтобы тоже был крещен. Вы же крещенные, вот то, что есть в принципе. Но здесь ничего плохого нету, вы знаете. В принципе, конечно, каждый, допустим, пойдет к священнику, расскажете все полностью, каждый будет по-своему рассуждать. Но я лично ничего не вижу здесь плохого. Да, вы бабушка, так и вы помогали, вот, чтобы ваш внук там, чтобы... Вот, и чтобы его и крестили, чтобы он рос, чтобы он стал хорошим человеком. Ничего в этом плохого, ничего, здесь все хорошо. Спасибо, владыка. Ну вот, следующий вопрос, наверное, родился у телезрителя после сообщения, что слушания по Ильинскому собору будут проходить. От Владимира вопрос. Вы говорили, что 29-го общественная палата проводит слушания по возрождению Ильинского собора. Будет ли епархия принимать участие в этих слушаниях? Какая позиция? Ну, конечно, епархия будет принимать. Я и не знал, да, что будет. Мне не скажут, батюшки, я пошлю людей туда обязательно. Ну, там, по-моему, есть как раз состав общественной палаты, входит, по-моему, нет, в общественной палаты нет. Отец Дмитрий ходит, есть да. Верующие люди, которые ходят. Там многие есть, я знаю. Мне уже об этом говорили, только я не знал, что 29-го, если что-то будет. Но епархия там, если все желающие придут, обязательно пойдем. Придут много священников, которые наши. И верующие придут для того, чтобы... принять активное, участие в этом. Потому что, представьте себе, Ильинский собор – это собор, который построен в честь того человека, который был избран живым на небе. Да, мы сегодня об этом как раз вспоминали. До сих пор там находится, живым. А тут такие споры. Ильинский собор. Да почему? А что он кому мешает? Он никому ничего не мешает. Извините, памятник Ленина. Ленин – это не святой. Ленина можно поставить в другом месте памятник. А там восстановить собор. Но опять же, я, чтобы это место создать, чтобы его украсить, чтобы было красиво. Потому что что такое молитва? Вот научно доказано, что молитва очень много помогает человеку. Ну, а знаете, если ты пьяница, если ты разбойник, если ты, тебе помогает что-то другое. А тебе не помогает, а тебе разрушает духовно. Поэтому, вы знаете, я ничего не вижу, я не знаю, для чего эти споры. Вот спорить с кем? Спорить с Богом, который ты не видел, не знаешь. Это бессмысленно. Это, ну, хотят люди строить. И вы знаете, даже я говорил, даже когда вот были, праздновали День города, ко мне подходили многие бизнесмены омские, и говорили, владыка, вот если будет строиться Ильинский собор, мы готовы участвовать. Значит, у людей есть желание этого. А тут начинается все, что вот построить детский сад. Да вы знаете, еще 1000 детских садов построить, все равно будут неприятности, будут не хватит. И если... не будет воли Божией, мы ничего не получим хорошего. А мы, наоборот, сделали, чтобы было на все воля Божия, тогда, знаете, получим благодатную и жизнь здесь на земле, и для детей наших будущих, и все. Поэтому идти против строительства Ильинского собора, это человек, который, вы знаете, ну, что-то... Идти против Ильинского строительства, это идти как против Бога. Я ничего не вижу здесь плохого. Надо помочь тем людям духовно, чтобы сказать, помолиться. Я понимаю, что есть люди, когда, вот, допустим, видите, как в Успенский собор, как строили. Вот сейчас, когда мы хотим сделать капитальный ремонт, там мы находим таких недостатков стройки, которые были. Ужасные. Ну а что сделать? Я тоже тем людям тоже благодарен, что собор стоит. Особенно благодарен Леониду Константиновичу Полежаеву, потому что благодаря ему вот этот собор стоит. И поэтому что я могу плохо сказать? Ну, есть плохие строители. Кто там виноват? Не будем сейчас разбираться. Надо исправить и сделать, чтобы было все нормально, и все. Спасибо большое, владыка. Есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Любовь Александровна. Я с Марьяновского района. У меня такой вопрос. Дело в том, что нам поменяли батюшку. И, как правильно сказать, я многодетная мама ко всему. У меня 8 детей, 9-го ждем в декабре. Вот. Крещение ребенка, как выяснилось, ну, как ходят слухи, я не буду говорить точно, что ходят слухи, что новый батюшка берет за крещение каждого ребенка 1500 рублей. Правильно ли это, у меня вопрос, и стоит ли ходить к такому батюшке?
Ну, вы знаете, я не знаю. Я знаю, что во всех храмах, когда просто платят за то, что им дают крещение, им дают это свидетельство о крещении, там крестики будут, еще что такое. Я просто не знаю, надо разобраться в конкретном. А какой батюшка там у вас? Как зовут батюшку? Я не знаю, знаете, я была в прошлом году в церкви. Ну, так вы знаете, вы давайте, чтобы вы знали точно, а не пользоваться только слухами. А как название храма в Марьяновском районе? Сам в Марьяновском районе, Богородица вроде как. Ну, так он не знает, как называется храм. Ну, нужно выяснить все, чтобы звонить и так. Ну, а то я не знаю, там просто надо разобраться, что-то есть. Вы знаете, и были такие случаи, что, вы знаете, сколько там платится какую-то за крещение, когда делается. Я не знаю, каждый храм ставит. Было, когда я был в Ташкенте, ну, пришел человек ко мне, говорит, владыка, у нас нет денег платить, допустим, купить даже все, что требуется, свидетельство, то остальное, то, что там посчиталось. Так? Я говорю, ну, я благословляю платить, значит, этого, крестить бесплатно. Ну, а батюшка там покрестил, а после того, а теперь, говорит, дайте мне вот столько-то деньги. Ну, люди, конечно, пришли в ужасе, как, что у них деньги нет, они требовали, но они вынули, дали, и пришли ко мне, сказали, а я что сделал? С этого батюшка снял крест и запретили его священнослужение. Ну, мне кажется, может быть, еще стоит прийти в храм познакомиться с новым батюшкой, объяснить ситуацию, что действительно семья многодетная, это почетно очень. Я не знаю, почему там новый батюшка, уже батюшка давно там, отец Серафим в Марьяновском районе служит, да. А, в общем, конкретно нужно разбираться. Да. А сейчас хочу, пользуясь случаем, проанонсировать проект 12 канала «Столпы Севера». 12 канал готовит его к новому телесезону. Он реализуется на средства гранта Роспечати. В цикл войдут 3 документальных фильма о старинных деревянных храмах Омского Севера. О храме Василия Блаженного в деревне Вятка Устишимского района, храм Александра Невского Тевриского района и о храме Святой Екатерины Тарского района. Сейчас предлагаю посмотреть небольшой материал о съемочном процессе. Имя Святое. Более 3000 километров пути по северу региона и более 3 месяцев работы в студии потребуется съемочной группе 12 канала для реализации проекта «Столпы Севера». В цикл войдет 3 документальных фильма. Они призваны привлечь внимание общественности к проблеме разрушения уникальных сибирских храмов. Мы отсняли материал на 2 фильма и сейчас вот приступили к отсмотру. И просто, ну, можно сказать, глаза разбегаются. Я думаю, что городской зритель плохо себе представляет, какие красоты в Омской области находится на расстоянии 500-600 километров. Ну, просто неимоверная красота. Что касается храмов, когда ты попадаешь туда, то, ну, я не знаю, есть такое слово, благость на тебя находит какая-то. Просто впечатление потрясающе, неимоверное. И мы попытаемся все это передать в фильме. Самый солидный возраст у храма Великомученицы Екатерины. Построен он в 1860 году из сосны и лиственницы на каменном фундаменте. В строительстве использовали традиционные способы крепления бревен без гвоздей. Вот здесь у нас хранится таблица, так называемый паспорт храма, который был обнаружен при перестройке его в свое время, когда перестраивали тут все, нашли эту таблицу. Бронзовая, латунная такая медная табличка, вот, на котором был, обычно записывался, в каком году, при ком, кем и кто строитель храма. Памятники деревянного зодчества – весьма хрупкая часть историко-культурного наследия. К капитальному ремонту этих церквей сельские приходы приступить не могут. Например, в селе Вятка Устишимского района живут всего 3 человека – иноки мужского монастыря. Съемочной группе 12 канала пришлось жить несколько дней в одном из опустевших домов. Однако на престольный праздник храм Василия Блаженного каждый год приезжает около 200 паломников. Премьера проекта «Столпы Севера» запланирована в новом телесезоне. Первый документальный фильм о Вятском храме выйдет в эфир 12 канала в октябре. Мы продолжаем наш прямой эфир, и теперь время для ваших электронных писем. Итак, вот такой вопрос есть. Есть выражение «спешите делать добро». Делать добро призывает нас и Библия, но почему надо именно спешить? А потому что, вы знаете, почему спешить? Потому что мы все время делаем плохое, недобро. И потом спешите, чтобы делать хотя бы что-то доброе. А ты все время плохое делаешь, и ты даже не подаешь себе
значение на это. Поэтому надо спешить, забывайте, чтобы делать плохое, сделать доброе. Ну, Библия. Библия – это просто книга, которую писали древние пророки, апостолы. Вот, что есть. А она всегда призывает нас к доброму, учит нас, что-то есть. Это одна единственная книга, которая, если мы жили по этой книге, то мы достигли Царства Небесного, и здесь мы жили между собой. Каждый из нас бы стремился сделать больше добро, чем делать худое. Поэтому нас спешите делать добро, потому что человек живет все время в недостатках, и же многие такие, которые вот есть, и он всегда недовольный, ему это надо, то надо, то надо. Если оно он сделал, он забыл, что это он сделал, хочет другое делать, а ему делать добро некогда, поэтому спеши делать добро, потому что делать добро – это все бывает самое, самое такое, знаете, сложное, потому что тебе кто-то как будто не пускает. Вот я еще делаю это себе, а потом это буду делать что-то доброе. А доброе надо жить всего в доброте и делать, спешить к этому, потому что ты не знаешь, когда тебе Господь заберет душу твою. Есть такие учения святых отцов, что Бог видит человека, и когда находит самый момент, он знает его с начала до конца, что вот настал тот момент, что он сейчас может чуть-чуть спастись. Угу. И поэтому он может уйти из этой жизни. А он не успел делать особое добро. Господь его взял, потому что он знал, что он дальше будет делать только плохое. Поэтому, знаете, вопрос здесь очень своеобразный. Да. Спасибо, Владыка. Я тоже поспешу делать добро. Передам слово нашему телезрителю, который дозвонился и ждет вашего совета. А здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире. Виктор Алло. Николаевич, мне Бочанцев. Угу. Ваш вопрос, Владимир Николаевич. Вот в чем дело. Мы фотографировали внука своего. Ну, перед днем рождения, вот ему через 2 дня будет. Вот, и когда по телефону потом просмотрели вот это вот, открыли запись, а рядом с ним как бы, и как бы рядом с ним и немножечко сзади стоит какая-то сущность, знаете, как человек. Ну, единственное, что вот хорошо разглядели лицо, это вроде как похож на его отца, который 2 года назад умер. Вот, и, ну, может ли такое вообще быть, чтобы кто-то вот с того света мог к нему прийти? И вообще, что в этом случае нам вообще делать? Что нужно делать? Все, вопрос понят. Ну, вы знаете, дело в том, что это может быть. Почему? Потому что люди не умирают, то тело умирает, а душа жива. И поэтому может такое случиться, потому что бывает, знали, что являлись и просили, чтобы помочь, что-то есть. Даже там, даже ведь и на том свете часто обращаются, чтобы вот помолись за нас, там, да, молиться, то тот, который уже в раю, он не может молиться за тот, который в аду. А тот, который в аду, не может сделать что-то для тот, который в раю. Там уже, там так разделено. А здесь, на земле, мы все можем. Поэтому, может быть, отец умер, скончался. Вот. Он, может быть, что-то просил. Он просит, но как-то он не может явиться вам в открытую. Поэтому он даже, когда вот вы фотографировали, вот появился лицо. Может, он что-то просит. Для этого что нужно? Знаете, нужно помолиться за него, если вы молитесь. Потому что не только, чтобы упоминать его, а надо стараться, чтобы тогда он напоминает вам, что вы должны молиться. Пойти в храм помолиться. И опять, когда приходишь в храм, надо, чтобы был ты в храме, а не то, что пришел в храме. Как, а куда свечка поставить? Пошел, ставишь свечку на там, голове, ставишь ее, а думаешь, что Бог знает о чем. Чтобы ты думал о том, чтобы поминать тех имен, которые нужно. Вот. Он что-то просит молитвы, потому что Только в этом можно понять. Потому что все, которые ушли, они могут молиться за нас, а мы за себя не могут молиться. Угу. Поэтому они просят, они каким-то явлением делают всякие такие движения для того, чтобы напомнить о себе. Поэтому здесь ничего плохого нет. Вот видели-то, видели, слава Богу, вот ничего плохого. Спасибо большое, Владыка. Еще один звонок у нас на линии. Давайте успеем, наверное, принять до завершения программы. Здравствуйте, как вас зовут? И вопрос. Добрый день, меня Олег зовут, и у меня, Владыка, к вам такой вопрос. Вот нам сказали, что нужно уточнить, вот мы собираемся крестить ребенка, а могут ли совпадать имена родных родителей и крестных родителей ребенка? У нас просто такая ситуация получилась. Спасибо за это. Вы знаете, а тут даже это не вопрос, а почему имена могут одинаковые у всех, и у родителей ребенка, и у крестных, это не имеет значения, потому что Бог знает всех имен. Это дело, когда крест, он принимает таинство, посвящает себе Богу, и поэтому не имеет никакого значения. Имена могут быть одинаковые. Ведь потом часто бывает, что называют в честь отца ребенка, в честь, допустим,
дедушки, когда вот есть, да. Ну, да, то так это не полагается, это каждое имеет свое имя должно быть. Ну, а то, что совпало, допустим, с крестным родителем, здесь ничего плохого нету. Это все можно, нет никаких проблем. Спасибо большое. Если, может быть, какие-то батюшки начнут там философствовать, спасибо, то это просто не от Бога, а от лукавого. Спасибо большое, Владыка. Вот кратенько вопрос еще один от Марины. Какое у вас любимое постное блюдо? И потом благословение. Вы знаете, сказать по правде, я не люблю, мне нет никаких, чтобы любить каких-то блюд. А потом слово «любовь» — я должен любить Бога или любить людей, а не каких-нибудь там продуктов любить. Угу. Поэтому то, что есть, меня так учила мама с детства, я что есть на столе, то и ем. И за все благодарю Бога, все, что есть. И спасибо, понравилось, да, спасибо, очень вкусно. И по доброй традиции прошу благословить наших телезрителей. Ну, вы знаете, дорогие телезрители, вот мы сейчас, у нас проходит время Успенского поста. Осталось все-таки несколько дней еще, и пост закончится вот в среду. Поэтому давайте вот эти дни будем тоже продолжать поститься. Поститься тоже, ведь как нужно, что нужно соблюдать в этом посту? Не вкушать значит, мясные продукты, не вкушать молочные продукты, но и рыбные продукты. А вот в среду, когда в день праздника Успения Божией Матери, тогда разрешается вкушать рыбу. Не разрешается вкушать мясные и молочные. Поэтому я желаю вам, чтобы вы провели время поста до конца, как полагается, и так встретили этого 20-го праздника Успения Пресвятой Богородицы с радостью и прославляли ее, потому что она наша заступница, она нам помогает в каждом дне. Мы это даже не знаем. Если мы ее просим, то она всегда старается помочь всем, чем нам нужно. Но иногда мы просим очень много и не знаем, нам это хорошо или плохо. Поэтому я поздравляю вас с этим праздником и просите у Бога, только чтобы сказать: «Господи, помоги мне, ты лучше знаешь, что мне нужно и как мне это, в каком... как мне послужит то, что ты мне даешь». Просить, потому что Бог даст столько, сколько нам нужно. Поэтому я вас поздравляю с наступающим праздником Успения Божией Матери и приглашаю всех приходить на службы в Успенском соборе, но можно и в других храмах, потому что это праздник, все храмы будут служба. Так что с праздником вас, дорогие мои, храни вас Господь в добром здравии. Спасибо, Господи. Спасибо большое, Владыка. Это была программа «Благовесть. Слово пастыря». Дай Бог здоровья вам и вашим семьям. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Благослови, душе моя, Господа, и вся